Всем привет, дорогие друзья. Итак, один из подписчиков моего канала прислал мне свою керамику для лакокрасочного покрытия автомобиля. Значит, он заказал на Алиэкспресс. Я обозначил ее крестиком. По какой причине он мне ее прислал? Я так понял, что вот моя керамика, она практически не отличается. Ну вот только по колпачку я вижу, что различия есть. Бутылочки практически идентичные. А шрифт немножко другой, видите, немножко по-другому. Ну, в общем-то, человек купил ее, и, как я понял, даже была она без коробки. То есть, видимо, где-то на Алиэкспресс есть какие-то варианты, где можно купить, скорее всего, дешевле. И когда он нанес, он говорит, что-то непонятное, она как-то легла не так. Ну, в общем, вид имеет совершенно не тот. И специально для теста, для сравнения, он мне ее прислал. Сегодня мы проведем тест. Нанесем сейчас одну и вторую керамики, то есть мою и его керамику. Для этого я подготовил вот такую вот посуду. Специально сделал вот так вот, чтобы можно было налить нам сюда керамику одну, сюда другую керамику. Просушить ее. И после того, как просохнет, мы сравним образцы, для того, чтобы знать, подделка это действительно или нет. Итак, друзья, давайте отметим сразу. Значит, я оставлю здесь вот крестик. Поставлю это, та, которая на колпачке крестик. То есть, это та, которую мне прислал подписчик канала. А вот это моя керамика, которой я пользовался. Это проверенная керамика, которая действительно работает все превосходно. Итак, значит, наливаем. Делю вот так вот сразу пополам. И наливаем сейчас сюда одну керамику. Начнем с этой. Для начала хочу ее понюхать. Давайте-ка нальем. Ну, так нам жалеть ее не стоит. Налили эту. И вот моя керамика. Главное, чтобы они вдруг не пересеклись. Итак, друзья, все, керамики залиты, но я вам скажу, уже я вижу разницу. Разницу по поверхности. Вот здесь моя керамика. Видите, как край, очертания. А у этой совсем по-другому. Здесь какие-то отдельные капли, и она абсолютно не так лежит. Да, друзья, абсолютно не так лежит. Давайте я еще добавлю вот этой чуть побольше. Все-таки поверхности здесь немножко не одинаковые. Ну, так сделаю. Я вам скажу, что и запах отличается. Запах сильно отличается. Вот эта керамика совсем по-другому пахнет. Должен отметить, друзья мои. Значит, керамики запах отличается. Очень сильно отличается запах. Они абсолютно по-разному пахнут. Это больше напоминает какой-то растворитель. По запаху. А это вообще непонятное. Вот мне непонятен запах. Вот он совершенно незнаком. Если вы пользовались уже керамикой, вы наверняка знаете. Я вам скажу так. Вот это отличается очень сильно. Друзья мои, выводы делать будем позже. После того, как высохнет, по крайней мере, наша керамика. Чтобы мы посмотрели, что у нас происходит. Глянем ее на глянец, на поверхности, как она себя ведет. Но для начала я хочу вас предупредить. Чтобы вы, когда покупаете себе нанокерамику, то берите, пожалуйста, по ссылкам, которые я указываю, а не просто при поиске. Потому что действительно можно нарваться на подделку. Я керамику проверяю и рекомендую только ту, которая действительно проверенная. Если керамика не проверена, старайтесь ее не брать. Есть большая вероятность попадания на какой-то контрафакт или суррогат непонятного производства. Ну, пока говорить рано, что-то
Теперь я вот так накрою вот этой картонкой, чтобы пыль не попадала. Пусть она теперь постоит сутки-двое до высыхания. И через некоторое время я приду сюда, включу камеру и сниму уже получившиеся результаты. Мы сделаем вместе с вами общие выводы. Итак, друзья, вот наши образцы. Я решил их проверить немножко раньше времени. Решил посмотреть на то, что получилось. Немножко вот так выгнул пластмасс. Трое суток лежали эти образцы, высыхали. И вот что я увидел, друзья мои. Керамика, которую прислал подписчик моего канала, она практически не оставила никакого слоя. Смотрите, ничего. То есть она практически как растворитель высохла. Может быть, чуть-чуть совсем, но какое-то вот пятно есть. Вот пятно. Но слоя я не вижу. Слоя практически нет. Ну, может быть, совсем тонкий. Если сравнивать, допустим, с моей керамикой, которую я приобретал отдельно в другом месте. Я вам скажу так, друзья мои. Во-первых, конечно, запах разный. У этой запах отличается сильно. Это явно какая-то не такая керамика. Сейчас попробую хоть где-то, может быть, с краю достать чуть-чуть этой керамики, если получится, хотя бы для сравнения. Ну, видите, слоя совсем нет, нету слоя, она вся высохла. Вот он, вот тонкий-тонкий совсем, вот она, еле-еле, я не смогу ее протестить даже, хотя наливал я, в общем, тут прилично. Помните, как я наливал? А ну, вот тут, может быть. Видите, друзья, я не могу ее даже срезать не могу. Вот. Ну вот что выходит. Вот у нас что выходит. Просто порошок и все немножко. Если здесь вот она пластинка, видите, снимается. Вот прямо пластина. Так это я не размазывал. Представьте себе, что если бы это растереть по кузову, вообще слоя не будет. Видите, совершенно нету слоя. То есть это так называемая керамика, вот это вот, я так понял, что человек приобрел ее без упаковки, скорее всего, где-то дешевле, наверное, на Алиэкспресс, но не по моей ссылке, насколько я понимаю, потому что я рекомендую покупать именно вот в такой упаковке. Она идет запечатанная обязательно. И самое главное, друзья мои, она еще и защищена, то есть от подделки специальная защита идет. Ну и, соответственно, и качество у нее совершенно другое. По вязкости я вам скажу, что они практически идентичные. Так внешне, по крайней мере, они как вода, что та, что та. Но первое, то, что меня сразу насторожило, это отличалось вот это вот сильно по запаху. Запах совершенно другой. Если у нас по запаху отличается, значит, скорее всего, и состав в ней другой. Ну и теперь мы видим, по сути, то и результат. Вот нанесенная это керамика, и она не дала никакого эффекта, абсолютно. Я не знаю, как вам будет заметно, стараюсь вам специально глянец показать, насколько это видно или нет. В общем-то, друзья мои, делаем заключение. Это подделка, наглая, дерзкая подделка китайцев на китайцев. Ну, к сожалению, такое иногда бывает. И что я вам скажу, друзья мои, если вы будете себе заказывать жидкую керамику, то старайтесь переходить по ссылкам, которые я указываю под видео, и обязательно проверяйте, смотрите, чтобы вам приходила керамика, потому что китайцы есть китайцы, я понимаю, да, но я даю только проверенных. Проверяйте, чтобы была защита. Если вам придет без защиты или не запечатанная, или отдельно вот такая бутылочка, как-то завернутая в какую-то пленку и без коробки, без оригинальной коробочки такой, то, друзья мои, не покупайте, откажитесь от нее, или, друзья мои, открывайте спор и возвращайте деньги, потому что 99% даю гарантию, что это подделка. Я даже по бутылкам сравниваю, вот обратите внимание, они вроде бы идентичны, вроде бы все, но буквы по-другому нанесены, здесь отличается, как видите, Mr. Fix 10H, здесь вытянутая на подделке, на оригинале более компактно. А так бутылочки, судя по всему, даже на одном заводе производились. Ну, пробочка отличается, конечно, здесь
более светлая. И еще один момент, друзья мои, я заметил вот такую вот интересную штуку. Когда я открывал бутылочку, вот эту, видите, я открутил так вот спокойно и свободно открыл пробочку. То есть, ну, как тут проблем как таковых нет. А когда я вот эту открывал, во-первых, тут присохло все, тут прямо заклеено было все, и вот эта бумажка присыхает. Это я уже, конечно, срывал, но опять она подсыхает. И эту пробку я с трудом открыл в тот раз, потому что она очень хорошо присохшая. Видите, здесь даже на горлышке, получается, вот здесь возле пластмасски есть частично это жидкое стекло. А на этой, на вот этой здесь ничего нет. Это не потому, что более аккуратно как-то ею пользовались. Нет, друзья мои, это потому, что она слой не дает, а у нее нет вот этой вот как раз клейкости, так сказать, связующей. Но мы видим, судя по пленочке, мы видим, что этой керамики, можно сказать, что нет. Друзья мои, берите оригинальное, переходите по ссылке, если вам необходимо заказывать, если вы хотите сделать, чтобы у вас был гидрофобный эффект суперовский и вид, соответственно, автомобиля был соответствующий, то, друзья мои, покупайте оригинальную жидкую керамику, пусть она даже китайская, но оригинальная, и не берите более дешевые якобы аналоги. Это подделка. Всем пока!